Папа, дай мне денег на баб и вино. Дорогой мой сын, хорошо, я дам тебе денег. Это тебе, вот это вот тебе. На вино. Вот. А вот это тебе на баб, смотри, не перепутай. Спасибо большое, дорогой отец, не ожидал. Усь. Я найду способ, и на нашей улице перевернется фура с водкой. Иди будь я Фагундос. Вроде как. Поехали. Это что за нафиг? Что это? Ёпах! В детстве денег не было, короче, на бомбочке. Угу. И этот, кто-то свистит, а я доской по полу. Бам! Кувалдой по железному забору, блядь. Здорово, народ! Опять мы, короче, забазарились. Вот KFC. Вот он. Короче, бородатый. Из бородатых мужиков мясо, похоже. Точно, а да. Это мой твистер. Мясо бородатый. А я не дам тебе твистер. А смотри, именно. Смотри, какая. Я сейчас вот так вот выложу, чтобы оно красиво тут легло. Что характерно, только одна нога такая здоровая, остальные... Это нога, чья надо нога. Да, нога моя. Короче, это оригинальные стрипсы. Из филе. Это, или это крылья? По-моему, это крылья. Крылья? Да, это крылья. А вот эти крылья. Да, это крылья острые. Раз, два, три, четыре, пять. Это крылья. Вот, стрипсы из филе. Аромат, еще тепленькие, горяченькие. Еще только вчера мяукал. Здесь что, а что мы без всяких соусов будем, да? Надо же как-то в соус помакать. Без фото, плиз, этот, Дарт Вейдер. Люк, я твоя мать. Лехи, у Лехачи тоже, давай выкладай красиво. Короче, вот такой сырный соус. Ай, блядь. Я вот остренькую стрипсу сейчас, ну-ка, сырный соус. Так. Слушай, это прям... Прям. Поближе сюда. Выкладывать сюда буду. Да. Как оно? KFC. Слегка перцем насыпали. Острые. Во. Ничего острого не пробовали, да? Хрустящее вот это вот. Не надевать на голову, а я надену. Не прибивать гвоздями к голове. Нет, это крылья острые. Офигеть. Да? Угу. Не сильно, но припекает. Да. Угу. Да. Что есть, то есть. Что, выкидать не буду? Собака или кошка? Потом, а то меня собаки домой не пустят. Они тебе скажут мяу. Твистер, что за твистер? 55 рублей вот это вот, мини-шавуха. Капусточка. Мини-шаурма. Я тебе не дам. Не надо. Я сам съем. Все сам съел и на пляж уже не пошел. Угу, убежала. Ядреная. Нога какая. Угу. Ешь и толстей. По сторонам. Блин, со сраня ничего не жал.
На Фаня звонит. Никакого покоя. Никакой личной жизни. Ни личной, ни общественной. Прикольно у тебя чувак там. Он едет. Это Симпсон или кто это? Не знаю. А у меня Дарт Вейдер. А у него на глазах красные прожилки, он курил. Ваши документы? Наши. Хватит ерничать. Я уже 2 часа за вами наблюдаю. Никуда вы не едете. Нога настолько большая. Что им можно было накормить полдеревни? Что нафигово прожарилось. Mm-hmm. Тут чуть-чуть он красненький. Я все равно хрящики поэтую. Нормально пошло. Угу. Горячий сырым не бывает. А ты, главное, на солдатский матрас не ложись. Почему? А то залетишь. Тут тоже кусок курицы. Русские все это, что курица, да? И будешь потом этот, как гребень натуральный. Че, какой гребень? Что ты исполняешь? Туси боси. Полетели волосы так. Крылья, че орешь? Острые, че орешь? В меню так написать, да? Крылья, че орешь? Так ты острый, что че орешь, бля? Сырным соусом ништяк. Тут салатик, помидорка. Шаурма. Короче. Со староарестантским соусом. Извращенец. Я чемпион мира по KFC. Водички надо запивать эту сушняком. Во, архыз наша, из кавказская. Из природных источников. Да. Хорош. А то у меня сюда влезет почти весь мировой океан, может влезть. Солнце светит прямо в глаз, значит едешь на Кавказ. Солнце светит... Ага. Значит, едешь ты в Европу. А там все через... За аппендицит. Я сказал. Крылышко. Ты когда пил, выдыхал? Перед тем, как пить? А, ты сейчас выдохнул, понял? А что не так? Прическа вроде нормальная. Вполне. Водыка! Ебанутый китаец. Видел его? Он вообще... Сало херачит и водку эту. И стаканы все время бросает. Выпил один стакан и все. Хитрый, блин. Жук. KFC это тема вообще. Угу. Давно не хавал KFC, вот эти крылышки, всякие ножки. Жареные гвозди. Серо-буро-малиновые чайники. Чайник Xiaomi. Видел, короче. Угу. С блютусом. С телефона управляешь чайником. Нажал. И он там раз включился. И он сам прибежал к тебе. Он включился. Я вскипел. Мама, я покакал. Кожаные ублюдки. Слушай, а это, считай, робот. Это восстание машин. Надо на всякий случай вот этому чайнику пизды дать. Мне его надо привязать, блядь, чтобы он не пришел к тебе ночью, блядь. Кипятком тебя нет. Чайник-гопник. Угу.
Гопнем. По-любому сейчас чем-нибудь гопнем. Пришел, отжал, да? По-быстрому. Та не ори, то с Петропавловска, походу. Ебать! Чё? Перегар! А ничего ж не могу. Вот это. Мне больше нравится, как лытка вот эта вот. Нормальный такой он по остроте-то. Ой, да детский сад по сравнению с этим, что мы жрали. Ты сейчас в табаско вот так макани. Угу. И там не только лысина вспотеет. Помещение увлажнится. Нет. Надо воздержаться. Ракетное топливо, блин. От острова, а то. Случится непоправимое. Ешь тупое тогда. Да, придется есть тупое. Возьми, короче, этот, тряпочку. Угу. И этот, фейри. Вот, и вот так на пузо, и втирай, короче. Там же написано, что удаляет жир. Точно, блядь. В принципе, да, можно похудеть так неплохо. Белорыба с велобаджей. То, что мы сейчас жрём, вообще никогда не похудешь. Да пофигу. У нас праздник. Не могу, получка! Афаня, там людей заливает. Не могу, получка. Ходит сиротка, а не сиротка, как за мной целый день мучается. А что, никто не знает. Ему же уколы надо колоть. Кому? Ну, Афоне-то, блядь, зарплату дай. А тот ходит целый день, за мной мучается. Ваня, Ваня, спасай, меня закодировать хотят. Что, вот так вот, живого человека. Ну, взять и закодировать. Не бывает. Остренько. Ух, стаканчик водички еще засадить. Облить, так сказать. Излить. Ух. Точно пережру. Ой. А потом люди говорят, что я такой жирный. Это груша, просто жареная. Да? Да, фрукты, овощи. Ну так будет просто в тренировке. А это вообще воздушное суфле, потому что крыло. Знаешь, я наелся. Ну? Последнее крылышко доедаю. Очень уж сытная. Так мясо же. Вспомнил, бля. Мама, спите, ну вы же взрослый человек. Помнишь, это как не клап. Секса, говорит, в СССР не было. Он ее, короче, там тырым-пырым. Она такая, дети как выросли. Вообще пофигу, что он там ей. Ну, они все в одной комнате, короче. Мама там что-то подтвердывает. Ну, у тебя там дельфинарий включился, да? Меня думаешь? Да. Ты что, даже не чувствуешь, что у тебя там бурлит или нет? Это поджелудочно обрадовалось острым крылышком, бля. Плюк, я твой понос. Ой, покушал, что радио послушал. Ништячки, ребята, вообще прям вот я прям еще, ну это я на потом. Вот, всем огромнейшее спасибо, кушайте.
Не обляпайтесь. Не обляпайтесь. О, царского рыку у ленту. Блин, было вкусно. Вчера Мак, сегодня KFC. Завтра что будет? Что будет дальше? Что день грядущий нам... Жареные мыши прям сразу на этих подносиках деревянных. Копчено-сушеные. Мумифицированные. Ой, все, ладно. Всем большое спасибо. Будьте здоровы. До новых встреч.